Вам нужно будет поставить архикад и поставить учебную версию архикада с сайта Graphisoft. Это фирма, которая архикад изготовляет. Вообще как? В мире есть, по сути, две программы для архитекторов, в которых можно делать полностью все проектированное здание. Это архикад и Revit или Revit. И все. Есть AutoCAD, в нем работает до сих пор очень много, может даже больше, чем в Архикаде или в Ревите, но он больше для машиностроения, плюс он древний, плюс там ну, намного дольше и больше вероятность ошибки, чем делать это в Архикаде или в Ревите. Потому что суть проектирования сейчас – это создание не чертежей на листах, а создание модели. Называется это BIM-модель, Building Information Model, информационная модель здания. Если раньше, когда от руки чертили, то просто брали лист, чертили там рамочку, штампик и уже чертеж сам на листе со штампом. И до сих пор многие чертят в AutoCAD, даже в ArchiCAD, просто на рабочем поле рамочку начертили и пошли чертить. Один лист, второй лист, вот. Но мы будем учить именно работу с BIM-моделью, то есть не черчение, а создание BIM-модели, то есть это 3D-модель, у которой еще есть свойства у каждого элемента. И как можно из этой BIM-модели брать все чертежи, что нам нужны в проекте, на листы. То есть мы будем моделировать, а не чертить. И из модели уже все, что нужно нам брать, и там дочерчивать что-нибудь. Там размеры проставлять, там сносочки проставить, название подписать. Вот, все черчение. Так мы просто делаем модель в 3D в объеме, а не чертим. Называется вот BIM-модель. Так, теперь где скачать архикад? Вот, кстати, пока не забыл, архикад и Revit. У них такой батл негласный. Revit делает компания Autodesk, они же делают программу AutoCAD и они же 3D Max. И они как-то навязывают так Revit жестко, что сейчас Revit более востребован. Если будете работать потом в бюро в каком-то по профессии, по специальности, особенно на Западе, то изучайте все-таки Revit, а не архикад. Мы работаем в архикаде до сих пор, потому что он более старый. Я там с 95 года в Архикаде работаю. Нам он очень нравится, нам его хватает полностью. Но если устраиваться куда-то, то, скорее всего, там будет Revit, а не Архикад. Поэтому имейте в виду. Его вы будете учить, скорее всего, или на втором, или на третьем курсе Revit. То есть пока его ставить не обязательно, можете для себя поставить, поразбираться. Пока изучаем Архикад. Но я повторяю, что программа классная, она очень приятная, удобная, интуитивно понятная, изучать ее легко. Ну и возможности у нее большие достаточно. Теперь показываю, где ее скачать. Набиваю в поиске архикад, латиницы, кириллицы, неважно. И по первой ссылке перехожу в graphisoft.com. Тут нажимаю «Попробуйте архикад». Или внизу то же самое «Попробуйте архикад прямо сейчас». Для чего хотите использовать архикад? Для обучения, как студент или преподаватель. Нажимаю, регистрируюсь, потому что учетной записи у вас, скорее всего, нет. Поэтому новая регистрация. Так, cookies, окей. И заполняйте форму регистрации. Потом, я, честно говоря, не знаю, или открывается ссылка на скачивание прямо здесь, или вам на почту, на указанную почту приходит ссылка на скачивание архикада, и он у вас поставится, и там будет либо версия всего на неделю, либо версия полноценная, но без сохранения. А чтобы вам можно было полноценную версию поставить на год, с возможностью продления потом еще на все время учебы, вам нужно скинуть им сканы каких-то документов, которые подтверждают то, что вы учитесь здесь. Это или студенческий, или справка просто из деканата, там откуда, с кафедры. Но мне сказали, что пока студенческие билеты вам не выдавали еще. Поэтому можно пока просто скачать, как скачается, а потом докинуть справку и продлить. А когда вы скидываете им скан документа, они рассматривают в течение 2-7 дней и присылают уже ссылку с, там, с кодом каким-то, с паролем, с логином. И вы уже официально будете иметь учебную версию. Учебная версия, она полноценная, но там всегда написано в углу, что это учебная версия. Плюс при печати из учебной версии да, будет написано, что это учебная версия. А так она такая же, как и профессиональная коммерческая версия. На сайте можно скачать только последнюю версию, Архикад 25. В универе у нас пока Архикад 24.
И поэтому, если вы будете делать дома в Архикаде 25, вам нужно будет пересохранять для универа в более старшей версии 24. Ну, так момент уже такой не особо важный. Просто надо понимать, что чтобы открылось здесь, в более старой версии, нужно пересохранить в вашей новой версии, в более старую. Работает только на одну версию назад, из 25 в 24. 24, 23 и все. Если у вас версия уже архикада какая-то есть, более старая, вы сможете ее открыть в новом, а обратно в старом уже никак не сохранить. Вот это в архикаде довольно минус, что всего одна версия назад и все. Сейчас я найду видеоурок, как скачивать и ставить учебную версию, и в чат вам тоже скину. Самый свежий урок, вот он. Тут пользователям подробно изучить программу. Тихо. Вижу сразу, что интерфейс сайта другой сейчас у Graphisoft. Вот я вижу здесь интерфейс. И как был он тогда, в марте этого года. Ну, при этом все понятно, все то же самое абсолютно. Поэтому сейчас я вам скину ссылку. И очень прошу вас поставить к следующему уроку Archicad. Так, это ссылка на установку учебной версии. Илона, да. Так, а что там задание? Вообще нет. Сейчас я посмотрю. Так, занятие. Вообще, смотрите, у нас по архикаду два преподавателя. Я и Евгений Иванович Мусиенко. И я так подозреваю, что это заполнял он. Но у меня будут другие задания, поэтому выполнять вот это не надо. Тогда я создам еще тему с домашними заданиями, чтобы было понятно, что это моя. Там напишу Филиппов, например. Домашнее задание Филиппов. И выполнять тогда их. Угу, пожалуйста. Так что вот ставьте архикад прям обязательно. Обязательно поставьте архикад к следующему занятию. Потому что у нас уроков не так много, у нас, по-моему, 12 уроков, что ли. Больше вы учить архикад не будете. И я говорю, что для архитектора эта программа – это самое главное. То есть вы все делаете в этой программе, только в ней и все. Ну, или в Revit, или в архикаде. Конечно, мы там знаем и используем Photoshop, там, Word, Excel иногда. А для проектирования здания именно только архикад и все. Вот для визуализации, то есть для картинок, можно использовать другие программы, там 3D Max там, или Lumion Twinmotion. А именно для создания проекта используем только архикад или только Revit. Поэтому очень важно как можно быстрее поставить программу и начать ее осваивать. Потому что все курсовые, все проекты будете делать в архикаде или в Revit. Работать потом будете после окончания вуза тоже либо там, либо там. Поэтому это очень важно. Ссылку скинул. Так, что теперь? Архикад запустить.